В Уральске торжественно встретили нашего юного земляка, участника международного музыкального конкурса Junior Eurovision 2021. 11-летний Алинур Хамзин показал отличный результат, заняв 8-е место. Среди встречающих была и наша съемочная группа. Алинура с нетерпением ждут родные и близкие. В такую дальнюю поездку в столицу Франции талантливый мальчик поехал впервые. Детское Евровидение – известный и престижный международный песенный конкурс, на котором очень высокая конкуренция. Вернулся Алинур полный ярких эмоций и впечатлений. Для меня было честью представлять нашу страну на международном конкурсе. На таком уровне я выступал впервые. Это совсем другие ощущения и эмоции. Хочу поблагодарить весь народ Казахстана за то, что голосовали за нас. Наш юный земляк, 11-летний Алинур Хамзин и 8-летний Бикнур Женебек Улы заняли 8-е место на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение 2021», финал которого прошел 19 декабря в Париже. Алинур и Бикнур исполнили песню «Ертега Алема». Всем большое спасибо, что в такой морозный день пришли встречать моего сына. За границей особо чувствуешь поддержку земляков. Участие в таком международном конкурсе я считаю большим достижением. Всего в финале приняли участие юные дарования из 19 стран. По результатам голосования Алинур и Бикнур оказались на 8-м месте, набрав 121 балл. Альбина Кумаргалиева, Алтынбек Майкенов, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.